Дополнительные профилактические меры в борьбе с преступностью введены в Одесском аэропорту. Вместе с полицейскими выявлять правонарушения будут служебные собаки. Четвероногие стражи порядка обучены разным профессиям. Как сообщает Центр коммуникации Главного управления полиции области, участились случаи задержания в аэропортах граждан, перевозящих в багаже запрещенные грузы, в том числе наркотические вещества. Это потребовало дополнительных мер по выявлению преступников. К выполнению задачи подключены сотрудники трех подразделений полиции. С 5 листопада до охорони громадського порядку на прилеглій до аеропорта території, а також у залах приліту та відліту громадян організовані спільне патрулювання кінологів зі службовими собаками з пошуку наркотичних речовин та поліцейськими відділу поліції в аеропорту Одеса, а також з представниками відділу протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Одеській області. Службу в полиции несут в основном немецкие, бельгийские, голландские овчарки и лабрадоры. Собаки проходят жесткий отбор. Обучаться по специальной программе способна одна из тысячи. Есть три собачьих полицейских профессии. Идти по следу преступника, искать оружие и взрывчатку, наркотические вещества. При обучении по каждому направлению учитываются способности и характер собаки. Пассажиры могут не бояться четвероногих полицейских. Они приучены вести себя вежливо.